В Мишневе проведут реконструкцию 2-километровой воздушной линии в 10 кВ, что повысит надежность электроснабжения для 217 жителей деревни, а также членов садоводческих товариществ. Результатом данной работы станет повышение качества электроэнергии и надежность электроснабжения жителей деревни Мишнева, а также потребителей 13 садоводческих товариществ. Ранее к нам в редакцию обратились жители улицы Садовой в этой деревне, обеспокоенные частыми перебоями в электроснабжении. Проблема у нас основная в том, что за последнее время очень часто у нас стала отключаться электроэнергия. По словам Игоря Лобыча, внеплановых отключений электроэнергии, связанных с нарушением работы электрооборудования весной этого года, на улице Садовой по указанным жителями адресам зафиксировано не было. Производились плановые отключения электрооборудования персоналом восточных электрических сетей, обусловленные включением новой трансформаторной подстанции, также включением двух новых пунктов секционирования в электрической сети 10 кВ. Подписаться на бесплатные сообщения о плановых отключениях можно на сайте Россети «Московский регион» в разделе «Плановые отключения». Евгения Корытько, Щелковское телевидение.